велосипед для кросс-кантри, катание по пересеченной местности. Эта модель нас заинтересовала именно тем, что диаметр колес 27,5 дюймов. При этом установлены вполне неплохие комплектующие, учитывая стоимость велосипеда. Переключаются передачи навесным оборудованием любительского класса Shimano. Всего 27 скоростей, и это весьма неплохой показатель. Увы, не 30, но диапазона хватает для прогулочного катания и для занятия спортом. Во всяком случае, еще совсем недавно на форумах велись серьезные споры о том, насколько вообще необходимо 30 скоростей, когда 27 было верхним пределом. Так что и нас это вполне устроило. Хороший обод, накатистый, интересное управление велосипедом, есть какая-то изюминка, особенность. Велосипед стал более отзывчив, удобен, им очень удобно управлять, поведение предсказуемо, что безусловно радует, особенно при езде с горок. Дисковая гидравлика еще один плюс. Велосипед быстро стормаживается, не нужно сильно тянуть рычаг, гидролиния делает все сама. В целом велосипед оправдывает свою цену и ожидания.